Миш, вот сейчас ты объявил правила игры. В случае неправильного хода добавляется... Невозможного хода добавляется 2 минуты. Я правильно это понял, что 2 минуты добавляются тому, кто сделал неправильный ход, чтобы невозможные, он... да, неразрешенные. Ему добавляется, чтобы он понимал, как правильно ходить. Нет, нет, конечно, добавляется время тому игроку, ну, в отношении которого был сделан этот невозможный, неправильный, неразрешенный ход. Ну, по логике вещей надо добавлять кто неправильно сходил, он же должен справиться. Нет, нет, добавляется, естественно, его сопернику.